Всем привет, меня зовут Максим, это канал GG Family. Продолжаем WWE 2019. Итак, я уже со всеми поговорил. В общем, Triple H предлагает опять отправиться на NXT, там с кем-то подраться, это мне не интересно. Этот чувак Iron Man, Брон Строман тоже Iron Man предлагает. И Дин предлагает битву в клетке за звание чемпиона. Так что, блин, с Броном мы уже кучу раз дрались. На NXT я не хочу, как я уже сказал. Хидео Итами я... Ну, понимаете, у него нет шансов. Так что, блин, а Дэн хороший противник. Так что, давайте. Ну, в общем, то, что я с ним говорил, он говорит, ты что... поменял свое мнение и дашь мне небольшой шанс, типа того. Да, я, типа, передумал, так что давай сделаем это. Типа, да, все хорошо, этот бой войдет в историю, я надеюсь на это. Прям хочется что-нибудь красивенькое. И, ребят, напишите, пожалуйста, кто знает, сколько можно продолжать здесь, есть ли в этом смысл. Может быть, нам походить в какие-нибудь башенки, там, испытания, подраться там с кем-нибудь другим. В общем, пишите в комментариях. Пока что это будет последняя серия именно в карьере. Я, наверное, сейчас начну за кое-что другое. WWE, но что-то другое. Посмотрим, полистаем, выберем что-нибудь для себя интересное. And is for the WWE Universal Championship. Да-да-да, бой за звание чемпиона вселенной. Так, ну это мы пропускаем, как обычно у нас. И выходит Дин. The Lunatic Fringe. Дин псих, я вам так скажу. Просто сумасшедший чувак. He can be technically savvy, he can brawl with the best, Dean Ambrose. He's an anomaly. No, he's not, Byron, he's nuts. Да, даже сейчас ведущий сказал, что он типа nuts, он чокнутый. Captivates the WWE universe. Quite frankly, to me, Dean Ambrose looks like a guy that hasn't showered in about a month. There is no rhyme or reason. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть сумасшедший. В принципе, ничего в этом плохого нету. Maybe. Это я понял. Кого это? Мистер у нас yes. Теперь maybe. Почему? Я не в курсе, почему так произошло. From Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, Dean Ambrose. Молодец. Блин, правда, хотелось с ним немного подраться. Но сюжетки нам этого не предоставили. What a night! Да, ты смотри, судья, там, следи за этим поиском, потому что скоро мне его придется вернуть. Что ж, обычный бой, просто в клетке. Надо либо выйти, наверное, только выйти, что-то я уже забыл. Перелезть. А нет, это... Да. Опачки. Неплохо. Динчик, нет, подожди. Поздно. Ты уже собрался выходить?
Динчик, ты что, офигел? А? Динчик, ты давай не разочаровывай меня. Совсем уже охренел. Я рассчитывал на хороший бой, а ты мне тут собрался уже сразу же выйти. Офигеть. Ого, прикольно. Встаем. Не лежим. There must be serious injuries. Тихо-тихо, ну куда ты пошел? Йога. Это у нас йога такая, один, так что не обижайся. The challenger is starting to slow down a bit here. Guys, a lot of people are predicting a new champion here tonight. Even a poll on WWE.com today predicted we'd have a new champ. But at the risk of being a downer, I'll believe it when I see it. Setting him up for something here. And whatever it is, it's going to hurt and it's going to hurt bad. Прям немножечко. He catches him off guard with that amazing acrobatic move. Corey, I have to disagree with your earlier comment. I'm with the masses on this one. I think tonight is the night we crown a new champion. Well, either way, guys, this has been a heck of a match up to this point. And I think it's only going to get better. Отлично. Oh, Buzz just barely got out of the way. The human body can only absorb so much of that. We've seen champions head into matches maybe a little too confident, only to be picked off at the end. Boom. And guys, I can't help but wonder if we're going to see that again here tonight. Не-не-не, мы не собираемся пока выходить, вы чё? Incoming. Oh boy, he is rolling. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, успокойся. Отлично. Speaking of champions heading into matches a bit overconfident, one of the most glaring examples of that would have to be the honky-tonk man's attitude heading into his Intercontinental Championship defense at SummerSlam 1988. We all know what happened to him on that night. You are so right, Michael. That was great, of course, though. It wasn't so great for the honky-tonk man who ended up losing his championship to the Ultimate Warrior in fewer than 30 seconds. Блин, у него камбэк, да, есть? Встаем. Looking for an opening for that finisher, it seems, and that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Man's not looking good right now, but he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. Это нам не нужно. Не-не-не, тихо-тихо. You could likely go back to this moment as the turning point of the match. Anytime a superstar sees an opening for their finisher, they got to take it, as Byron was saying. Вау, что произошло? The match not only gives your opponent an opportunity to get back in it, but you're also running the risk of injury anytime you're in the ring longer than you have. Давайте. Добивание сделаем и попробуем выйти. Попробуем просто через клет, кстати, выйти. Да. Powerbomb. Но если сейчас выйду, то это будет как-то скучновато. Скучновато. Ну тогда мы проведем еще один бой. Все, давай, открывай. Открывай. He caught him slipping. He's in full control now. Call me crazy, but this might be. Ну, может быть, немножко побыстрее мы будем это делать. Where the champion actually enters the match as the underdog. I know it sounds odd. Buzz wins and keeps the title around his waist. Вышел. Easy. And here's another look at some incredible action from a match that we're not likely to stop talking about for a long, long time. Here is your winner and still WWE Universal Champion, the Superstar. What a ferocious conclusion to this steel cage match. I don't make the matches, but if I did, I'd put these two back in the ring ASAP. What an amazing match. Wow, I don't think we're going to have too many disappointed viewers at home. Not with action like we just saw. Быстро-быстро все вышло у нас, так что сейчас еще один матч. Посмотрим, с кем.
Выберем, решим. Просто интересно, есть ли здесь конец? Что нам Курт скажет? Привет, чемпион. Рад видеть тебя. Нет, субмишн не хочу, точно. С Дином Эмерсом. Не-не-не, точно нет. Субмишны нет. Привет, Бас, я хотел поговорить с тобой. Тоже за титул в клетке, да? Так, ну пойдем посмотрим, что нам еще хотят предложить. Привет, Бас, у меня идейка. Просто обычный матч. Аполло. Как его? Аполло Крю. И Финчик, наш предатель, а? Типа, привет, я смотрю, ты очень сильно вырос в ростере. Ну, типа, можно с ним подраться. Почему бы, может быть, и нет? Я хочу кое-что предложить. Я хочу кое-что уничтожить. А под кое-что я подразумеваю твое лицо. А, блин, это скорее всего на парковке, да? Мы сейчас будем в раздевалке драться. Ну ладно, давайте. Все равно мы же ему так и не отомстили за тот случай. Так что, в принципе, пусть будет и так. Да, точно. Что здесь происходит? Что они собираются делать? Вставай, сволочь. Это еще не все. Jeez. Reeling from a forceful shove there. He delivers a flawless hurricanrana. Вставай. Не лежим. Да подожди. Тихо. Не. Отлично. Погнали туда. Да не туда. Сигнатурка. Ох ты ж, как я пропустил-то, а? Сигнатурка есть у нас еще? Да, есть. Почему вот с этой коробки, например, нельзя прыгнуть, да? Не, нельзя. Можно добить его. Я не знаю, закончится на этом поединок или нет. Я надеюсь, что нет. Рановато. Еще, конечно же. Ну да, это еще не все, конечно. Встаем. О, тихо. Ой, у меня там рука сломалась немножко, видели? Да блин, что такое? У нас, да, приемы очень похожи на самом деле. Да что такое? Да, отстань противник. Отлично. Так,
Да я хочу туда дальше тебя. Да не туда. Окей. Во-во-во-во-во. Да не туда. Да что ты успокоил? Отпусти. Опути. Отлично. Туда, подальше. Во, отлично. Можно тут что-то взять? Ну, можно стул взять. Отлично. Блин, почему нет никаких добиваний там со стулом? Больно тебе? Больно? А мне, думаешь, как не больно было, когда ты прыгал на меня? Не-не-не, не туда! Отлично. Все, конец. Конец. Ну, наконец-то мы отомстили на самом деле. Ну и игра что-то, я думал, все заглючила, игра у нас нет. Продолжаем, давайте тогда еще один бой, может быть какой-нибудь коротенький, быстренький, кого-нибудь уложим. Туда-сюда поваляем. Туда-сюда. Так, кто у нас тут? Дольф Зиглер, Барон Корбин, Драли Курт Хакинс. Давайте сразу посмотрим, что он нам хочет. Привет, я искал тебя. А, опять на парковке ты хочешь со мной подраться? Подожди, я посмотрю, что мне хотят предложить еще другие ребятки. Это что-то непонятное он мне предлагает, не знаю. Привет, Бас, у меня тут идейка. Не опять... Last Man Standing матч? А, блин, а я... Last Man Standing — это последний, кто останется стоять. Ну, последний, кто останется на ринге. Я так понимаю. Так, Сет Роллинс. И опять же, Last Man Standing. Давайте мы все-таки, да, запишем еще одну серию, пока что закончим, и все-таки подеремся с Сетом Роллинсом за титул, дадим ему шанс, какой-никакой. В общем, пока на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, все как обычно, делитесь видео, пишите комментарии, и на этом пока все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.